Ребятки, всем привет! Я сегодня, опа, жарю блинчики, пеку, правильно говорить, блинчики. Вот, по заказу, заказали у меня. Вот, есть куриная филешка, я его измельчу, поджарю вместе с луком, все как обычно. Выложила размораживаться красную рыбу, надо сделать на бутербродике. Рыбку. Видите, перекочевала на квартиру эта сковородка. У меня есть блинная сковорода фирмы Биол, но я в последнее время ей не пользуюсь. После того, как мне прислали вот эту сковородку, я блинчики жарю именно на пеку именно на ней, потому что та, которая моя старая, то она гораздо меньше диаметром, и блинчики получаются, ну, слишком маленькие. А мне нравится побольше. Вот, жарю его на максимальном, и то, видите, оно как медленно. Ой, подождите, а тарелку не взяла. Куда выкладывать-то? Опа. Вроде густовато тесто. Не, нормально, пойдет. Вот так. Я немножко сделала, потому что филешка-то одна. Сколько тут той начинки будет. Сейчас быстренько жарну. Вот, у нас сейчас вечер. Жду Лену домой. Она пошла на уроки английского. Вот, так что скоро придет. Альмочка, жди. Лена тебя выведет. Она покушала и ждет. Лена где-то уже на подходе. И выгуляет тебя. Пойдешь делать дела, да? Делать дела на улице. Деловая собачка. Это максимальный огонь, и оно так долго, этот самый, короче, еле-еле душа в теле. Вот и Лена пришла, Альма дождалась, довольная, только с улицы прилетела. Вот такие вот блинчики у меня получились. Сейчас быстренько позакручиваю, Лена как раз на ужин блинчик поест. Там плова тарелка осталась, но она не хочет. Начинку поджарила чуть-чуть, она горячая, правда, но надо быстро Лене сделать блинчик. Да я сейчас все уже закручу. И все. Пусть кушает. Я говорю, с чаем, чай не хочет. Вот так, побольше начинки. Блинчики на молоке. Так. Она больше одного и не съедает. Мне всегда говорят, чтобы я их поджаривала на сковородке, но мне как-то лень. Не хочется. Сейчас я все скручу. Опа. Так и нет у нас горячей воды. Сидим без горячей воды. Посуду, что на даче холодной, да, мою. Теперь тут холодной мою. Вообще печалька. То ли авария там какая-то, что-то на каком-то это трубопроводе. Что-то случилось. Так, у меня еще блинчики останутся, но у меня есть, знаете что, сгущенка. Их можно с чаем, со сгущенкой кушать. Видите, я так начинки прям по-богатому, не жалея, накладываю. Чтоб съел один блинчик и наелся. Дырявый какой-то. Какой-то ты дырявый. Рыба почти разморозилась, а тут тепленько на этой самой у конфорок. Она сейчас разморозится, я ее засолю на бутербродике. У нас она так хорошо уходит утром на бутерброд. Хлеб маслом, сверху рыбку. Классно. Так, что, растянуть на два блина. Еще один. И остается у меня что тут раз, два, три, четыре. Нормально. Наконец-то у меня получилось приготовить небольшое количество. А то вечно делаю на литр молока. А сейчас я сделала тесто на один стакан молока. Ну, стакан такой, 300-граммовый. Большой. О, нормально.
Раз, два. И готово. Сейчас они немножко остынут. Я возьму какой-то этот контейнер, их сложу. А это Лена сейчас будет кушать. А, у меня еще есть этот. Где-то свежий огурчик. А, наверное, Лена съела. Лена, а ты сегодня доела свежие огурчики? Нет. А? Нет. Нет? А, все, нашла. А что, ты плов без огурцов ела сегодня в обед? Такие подвявшие чуть-чуть. Хоть с огурцом, там маринованные еще есть. Огурчики. А, я опять с дачи забыла точилку взять для ножей. Все. Вот так. О, только включила камеру, у нас отбой. Тревога была. Так, ребята, я засолила уже рыбу своим обычным шикарным способом. Так, крышка, вот она. И отправляю в холодильник. Красная рыбка, сутки я жду. Хотя мне часто пишут, ой, Юля, 2 часа достаточно и так далее. Не знаю. Я всегда сутки выдерживаю и тогда ем. А вообще самая вкусная она где-то на 2-3 сутки получается. Так, мы решили, мы уже поужинали, а сейчас решили попить чай. Время 10 часов вечера. Что-то нас осенило, что они испит ли нам чайку с Еленой Сергеевной. Мы сейчас этим и займемся. Чайпитие. Ой, чайничек. Блин, а наверное не хватит на 2 чашки. А может и хватит на 2 чашки. Раз, два. Раз, два. Сахароид. Так, какой мы будем чаечек? Какой я еще не пробовала? Вот этот, вот этот я пробовала. Можно просто лимонный, либо... О, это что? Бергамо? Оранж бергамо. Это что это? С ароматом бергамота. О, вот это я буду. А Леночки, либо лесные ягоды. А вот этот она, по-моему, не пила еще. Карамелька. Так, это надо по местам положить. Люди спать ложатся, а мы чаёвничаем. Так. Сергеевне. А это Игоревне. Так, заливаем сразу. И бергамотом я давно не пила. Это черные чаи, очень ароматные и вкусные. Так, Лене не полную чашку. Потому что она либо лед добавляет, а льда у нас нету. Никто не залил, забыли. А у нас есть вода просто холодная в холодильнике. Она потом доливает водички, чтобы сразу испить чайку. Так, мусорка полная, ну уже завтра вынесу. Потому что вечер вечерний. Так, ребята, что? Я в холодильнике, знаете, что нашла? Я думала, у меня на даче она. Не, и на даче тоже есть. Я видела в холодильнике там в большом доме. Но оказывается, у меня и здесь есть. А знаете что? Сгущенка. Сгущенка. А у меня же есть блинчики. Я часть отложила на дачу фаршированных. Вот, я думаю, что по одной... Короче. Нет, 3, наверное, хватит. Мы не съедим столько. Ладно, я все грею. Это я Лене на утро оставляю 1 блинчик, остальные на дачу. Она умяла, оказывается, 2, осилила на ужин съесть. Так ей понравились, так ей зашло. Так, ой, где мой открывашки? А у меня тут нема открывашки. А, у меня тут такого не водится, на даче есть. Нормально, да? А, ребята, недавно... нож, где он? Наверное, в раковине. Сломала кончик ножа. Смотрите. Когда чистила эти свиные ножки на холодец, копытца поддевала и клацнула. Видите? Вот. Я им обычно открываю банки. А теперь как его продавить? Нема консервного ключа. Поняли? Будем открывать так. Лена, я разогрела, я даже тебя не спросила, ты тоже будешь блинчик со сгущенкой? Mm-mm. Нет? А что ты так?
совсем-совсем не хочешь? Чтобы не засыхала сгущенка, я делаю вот так, вот в контейнер. А завтра будешь кушать? Что, я зря открыла сгущенку? Завтра будешь кушать ее? Че ты вообще не хочешь сгущенку? Никогда. Я сейчас не хочу. А, я поняла, все. Я так смело открыла банку, я же ее сама не съем. Вернее, съем надолго. А с чем ты будешь? С шоколадной колбаской? Не знаю, сейчас решу. Так. Все, хорош, хорош. Ой, куда ее засунуть? Полна коробочка в мусорном ведре. Так, тебе, Лена, холодной водички, да? Залить. А с этим насморками. Кошмар. Вот так. Ну, я съем блинчик, ну. Уже шипила сгущенку. Ну, что делать? Где они? Вот, тепленький. И буду со сгущеночкой. Ребятки, а это у меня уже новый день. Новые заботы. Сейчас буду стирку. Загрузила, вернее, машинку. Сейчас еще пересмотрю, все ли закинула. Поставлю стирать. Вот. Последний порошок использую. Сегодня планирую сходить в магазин «Аврора». Что-нибудь подкупить для стирки. Какое-нибудь средство. На ночь с вечера выложила из морозилки рыбу. Это мойва. Вот, я ее сейчас посолю, пусть немножко постоит. Ой, хорош. Пожарю. Вот. Плов мы почти доели, там одна тарелка осталась, ну, маленькая. Я думаю, что Лена на обед доест. Вот, а к рыбе, может быть, пюре приготовить. У меня как-то рыба, значит, картошка к ней. В основном пюрешку готовлю. Вот. Купили сетку картошки, ой. Сетку картошки по 10 гривен за килограмм. Так, пусть постоит. Потом разогрею сковородку и пожарю. Надеюсь, что пожарю, а не сварю, потому что плиты что-то совсем у меня подыхают. Еле-еле пашут мои плитки, поэтому что-то такое, что надо быстро обжарить, там это самое. Получается, что оно не жарится, а варится. Все, рыбка жарится. Да, конечно, дольше будет, чем на газовой плите, ну что-то там даже подрумянивается, просто очень долго ждать надо. Все, я приготовила, это наш обед, картофельное пюре, вот такое вот красивое, нежнейшее, огурчики свежие, огурчики маринованные, и рыбку пожарила, мойва, ну, нормально так поджарилась, хрустящее получилось, ну, так вкусненько будем обедать. Наконец-то, ребята, я выбралась в магазин, по дороге как раз на почту зайду, и мне сегодня надо получить посылку, я заказывала себе духи, вот, потом покажу, что мне за духи пришли, и еще в «Аврору» зайду, в «ВТБ» зайду, короче, поброжу, похожу по магазину, о, не знаю, как одеваться, на улице вроде солнышко, а по градусам не очень тепло, конечно, понятно, одела ветровку, надеюсь, не замерзну. Ребята, каждый раз, когда прохожу свою школу рядом, у меня такое дежавю, блин. Только недавно я была в этой школе. Капец, я уже старая такая. Ой, блин, кошмар. Ой, короче, когда-то не покупала я через родственницу, не буду уточнять, через кого чего, через родственницу духи. Не оригинал, а копия. И они такие классные, такие стойкие. Они закончились у меня лет 10 назад. А флакончик до сих пор стоит. И мне в голову пришла идея, а может я снова найду такие же. Потому что оригинал там стоит, я не знаю, очень дорого. Вот, я нашла в интернете за 260 гривен. Мне интересно, что там придет. Тот запах. Так, ребятки, сходила я и за продуктами, и на почту. Посылки отправила, посылку получила. Обзор продукта сняла отдельным видео. Он выйдет, наверное, за этим роликом сразу. Вот. Насчет духов. Рассказываю и показываю. Короче, эти духи. Сейчас я протру от пыли баночку. Она запылилась, стояла.
Эти духи я покупала, ребята, лет, наверное, 10 назад, очень-очень давно. Это не оригинал. Оригинал этих духов стоит, я сейчас в интернете посмотрела, там по 4 тысячи, 3,5, 4,5, цены разные, очень дорого. Но мне этот запах, аромат очень нравится. И за 10 лет у меня рука не повернулась выбросить эту бутылочку. Я вам сейчас ближе покажу. Может быть, кто пользовался такими. Так, вот. Вот так вот. Здесь еще, вот тут сверху был привязан бантик такой фиолетовый, красивый. Вот видите, тут даже еще на раз есть пшикнуться, там на самом деле капелька какая-то болтается внизу, вот. Не знаю, как правильно читается. Вот, и это я убирала что-то на полочке, и каждый раз думаю, выбросить? Нет, а вдруг когда-нибудь я себе такие куплю? И вот, думаю, что думать и гадать, полезла в интернет, начала искать. Нашла. Эти я тоже покупала, не помню почем, потому что уже 10 лет прошло, да? Естественно, это не оригинал, это не те дорогие духи. Вот, но... Несмотря на то, что это не оригинал, вот эти вот духи, они очень долго держатся. Даже после стирки белье, там футболка, например, которую ты попшикал, она все равно пахнет. Запах просто... У меня Лена, она не любит ароматы духов, там, туалетной воды, которыми я пользуюсь. Ей они не нравятся. А этот, да, Лен? Тебе нравится? У тебя только один как лук чисто такой. Я не знаю, что он как лук. Нормальные. Этот тебе нравится, да? Да, этот очень классный. Да, вот. Короче, нашла я 260 гривен, плюс доставка мне там вышла 300 гривен. Ты выйти хочешь? Ну, давай, я... От тебя не видно будет. Ну, я сейчас отверну камеру. Давай, выходи. Спасибо. Быстрее, быстрее. Короче, вместе с доставкой мне вышло 300 гривен, ребята. Вот. Я эту продавщицу попросила сделать мне фото, чтобы сравнить с моей бутылочкой, ну, то, что она прислала, вроде бы как оно. Ну, вот посмотрим, сходится ли аромат, похожа ли бутылка, потому что прошло 10 лет. Так, в такой коробочке они пришли. Сейчас мы распечатаем. И смотрим. Они есть в двух вариантах. Есть фиолетовые, а есть такие бледно-розовые. Бледно-розовые, не знаю, не пробовала. Так. Ой, коробка, по-моему, она. Она. Боже, неужели спустя 10 лет? Ой, прям так запечатала она. Молодец. Сколько израсходовала он. Пупырки. Альма, будешь лопать или не будешь? Так, угу. Тяжеленькие. Так, 100 миллилитров. И здесь у меня тоже было 100 миллилитров. Но не знаю, тут написано Made in France. Made in France. Интересно. Но я знаю, что я покупала не оригинал. Так. Ой, крышечка похожа. Ой, открылись. Да, тоже ленточка такая же. Что-то отпало. Что-то они как-то плохо держатся, крышка. Тут защелкивается. Какая-то штучка отпала. От чего? Изнутри, что ли? Ребята, не держится крышечка. А если взять эту? А это соскакивает. Да, вот, отломалась. Вот, отломилась. Рассыпалась тут штука. Я вижу, что другой, вот этот пиптик, который пшик-пшик, он другой. Крышка уже не держится. Ладно, смотрим, что тут написано. Тоже Made in France. То же самое написано все. 100 миллилитров. Натурал спрей. Все то же самое. Идентично. Ну, плохо, что оно этот самый так. Ой, это запах тот же самый.
Да! Это он. Ребята, это он. Точно такой же. Так что я не знаю, как там пахнет оригинал. Так, уже и это не хочет закрываться. Что у нас стало соскакивать? О. Но этот запах мне очень нравится. Очень-очень. Вроде оно. Да, такой же, ребята. Ну, с крышкой печалька, конечно, произошла, но не знаю, что так. Так, ну все, вот эту бутылочку тогда можно уже выбросить. Вот так вот я делаю. Уже теперь не жалея. А в мусорку. Так. Короче. Прощай. А этими буду пользоваться. Уже я, конечно, чуть-чуть расстроена, что оно отлетело вот здесь вот. Мне кажется, оно было. А может, где-то роняли на почте. Вот такая штучка отлетела. А теперь она вообще туда упала. Может, роняли на почте. Ну да ладно. Бантик, видите, оно вон падает. Блин. Да. Все. Теперь у меня есть мои любимые духи. Я сейчас поближе покажу. Сейчас подсветку включу. Оп, вот так вот выглядит. Вот тут такая как ткань наклеена сверху. Сейчас покажу, где сломалась. Вот, видите, ребята? Вот. Ну, странно очень, да? Что такие мне попались. Печалька. Или на почте их роняли, хотя оно запечатано было хорошо. Либо изначально продавец мне такое положил. Не знаю я. Хотя вряд ли бы она так делала. Все. Ура! Такая у меня красота. Пахнет обалденно.